Здесь вы цепкость нарабатываете, да, там резкость пальцев. Ой. Еще одну такую ходите, каскадерскую штуку. Давай. А. Кидает в меня палку, как копье через правое плечо. Вот прям возьму так, как копье кинь через правое плечо. Смотри, я сейчас кину через... Хорошо. Просто поймай. Кидай давай через любое другое плечо. Говоришь? Через правое плечо. Я тебе через плечо кину. Ты можешь хватать этой рукой, а можешь развернуться прям. Но только надо задать элемент, прям фук, спокойно и провел ее. Странно же, интересно, да, смотрится? Да. И, это, если бы... Не, кидай, откуда что ты мне даешь? Гектор! Гектор! Выходи, Вита! Мы же только что наработали. Давай попробуем. Мы же только что наработали. Давай. Кидай своим. Подожди, какой? Сюда кинешь? Через правое, да. Сюда? Да. Давай. Оп, спокойненько, да. Можно, смотрите, вот кидай опять через правое. Или через левое сам убирай. Ну, не надо прям по амплитуде. Я же задаю реалистичность. Я понял, да, да, да. То есть это... Вот да, вам, да, как да, зритель, не интересно, они притворяются застраться. Давай, а здесь надо прям, знаешь, а еще вот так, фунц, да. И на показухе вот эту тему отыграть, тоже попробуем. Да. Можно, смотрите, он ловил, ты правый, да, поймал, да. Вот так. Можно по-другому сделать. Ой, блин. Ух, тихо. Нормально. То есть можно чуть по-другому. Не, ты не готовься. А-а. Есть вариант, что вот этой рукой можно не успеть. Давай, как бы лучше вот сразу разворачиваться. Я сделал вот так, а как еще? Наоборот? Да, получается, ты вот этой рукой хватаешь, а можно вот этой взять. Ее прям фу, а, вернуть. Это мне нужно да. Вот так поймать. Да. Давай. Блин, опять ее покинул. Это игры такие. Мой, потом дальше встаешь, еще дальше. И получается, перебрасывается, ну, все. Оп. Давай тоже попробуем. Вдвоем будете. Вставай, Руслан, вставай. Будете один, другой. А, я не? Нет, нет, вы мне. А. Сейчас даже попробуем вдвоем. Ты через правое плечо, а ты через левое. Только сразу надо одновременно бросать еще раз. Красавчик. Давай, я левую попробую. Не поймал. Поймал, нормально. Красавец, да, чуть поближе. То есть получается, вы зашвыриваете. Бах-бах, два копья. В чем прикол игры, да, каскадерство или там скоморошество? У нас все отрепетировано, все четко. Но есть ситуации, да, моменты импровизации. Качественные, подготовленные. Взял, поднял, лицо сделал. Я вижу, да, я понимаю, как он даже глазом может каскадер друг другу моргать. Я бы... А почему у Джеки Чана такие офигенные сцены боя? Потому что они это живут одной командой. То есть там все отработано до миллиметров. И реально там раньше они били, ну, эти китайские сумасшедшие, и же фильм падают, там с высот ломаются. У нас можно так же сделать. Показывайте, да, например, ближайшие. И еще есть интерес, кто-нибудь играл в Русталкер? Да, нет. Ну хорошо, тема такая, что там, короче, Чернобыль. Сейчас еще. Все, я понял, что это. Да, чистое небо, там просто. Сейчас еще вышла такая игруха «Побег из Таркова». Или выходит игра. То есть там суперреалистично, все наши соотечественники сделали. Смысл такой: в неком городе, в локальном месте произвол. Западная организация купила там коррупция полгорода, да, а военные что-то военные это продают. И город оцепили, народ весь выселили, и там действуют три, ну, группировка бандиты, и, короче, американцы и русские. Посмотрите трейлеры вот, к игре «Побег из Таркова», то есть понравится. А потом обсудим один интересный момент. Готовы? Одновременно? Да. Да. Давай на счет три. Раз, два, три. Отца, чуть-чуть, ё-моё. Чик. Чик. Готовы? Давай. Раз, два, три. О! Фу-ц-а!
следующий. Что-то вы далеко стоите, дайте поближе. А то еще. Давай. Одновременно тоже? Да, 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 да. Счет бери. Раз, два, три. Оп, молодец, еще разок закрепить. Блин, не получилось. А давай подальше отойдем. Давай. Как вы докиньте. А то в меня полетит. Еще. Раз, два, три. Оп, красавец. На исходную. Фу, понятно. Сейчас я покалечусь. Нет, нет. Ладно, в сторону, не шугайся. А то в тебя точно прилетит. Зачем ты сейчас сказал? Нет, ты стоишь спокойно, взял и все. Раз, два, три. Вообще молодец, да. Молодец, да. Макс, попробуешь? Попробуем. Давай хотя бы на правую. В одну руку две, давай еще разок для закрепления. Все, все, все получится. Раз, все хорошо. Два, три. Оп! Мало. Они сами, да, в руке? Чуть скорость бы... И что самое интересное, это реально можно сделать. Ну, да. Так, давайте Максиму. А на какую руку я направо? Направо. Так, сначала один, да. Ну, по одному? Ну, спокойненько, по одному. То есть взял одну, переложил в левую, да. Поймал, да, опять в правую. Опять я помню. Да, по дуге. Прикол. Это как с разными моментами, там, разбивание, там, пробивание и прочее. Точно. Смотри не на него, а вот сюда бросай. Mm-hmm. Понял, да? А ты лишь как бы сопутствующий. Вот, если правильно настроишь, ты увидишь реально траекторию. То есть спокойно можно все что угодно сделать. Ты поймешь, да, что он делает? О! Ну, да, а только следующий бросок по реалии, то есть бах, руку поднял. Еще в чем прикол? Вот ты руку поднял. Uh-huh. Так, сейчас тебе кое-что скажу. Вот подними руку свободную. Нет, свободную руку подними. Нет. Че? Посмотри, показатель, да? Понял. Куда я целюсь? Ты можешь? Влево, понимаешь, такая штука? Это ему подсказка. То есть мы поэтому регулируем, а зритель не поймет. А когда вот так стоишь, а это здесь ты как бы бах, такой прям все на изготовку. На самом деле ты ему показываешь, куда это пойдет. Да. Оп, красавец, следующий. Вот так. И все это репетируется. Поэтому я когда Валерий сказал, что надо скорость включить, mm-hmm. это можно все четко сделать. Оп, и еще разок. Давай. Когда поймаешь, не крути, а вот так вот прокрутись с ним. Да. Вот то есть бах, прокрутился. А еще же можно прокрутиться. Давай, дай парням. Бросим. Смотрите, а сейчас вы бросаете, ты бросаешь в левое, а ты бросаешь в правое. Они у вас перекрест на долю секунды, чуть задержку сделайте между собой. Кто первый? Давай я первый. Значит, три. Раз, два, три. Тут. Еще, для закрепления, да? Да. Оп. Аккуратно. Опа! Показал же живой правый. Ну, знаешь, где правый? По идее, поймал, да, взял, подтыкал обратно. Потому что в съемке так и можно это сделать. Прям фу-фу-фу. Поэтому Джеки Чан всегда и улыбаюсь. Да, улыбаюсь. Давай, я опять первый. Раз, два, три. Пять! Кто-то не бейте, парни. Кто первый? Счет? Я? Да. Давай теперь ты первый. Раз, два, три. Ага. Бля, сейчас страшно, потому что ты пока тут ловишь, что он тут летит. И нужно успеть. Даже когда вот в будущем еще какое-то мероприятие проводим или даже занимаемся, к чему? Бросайте все всякие там предметы, все спокойно. Только не так, что. Прям без фанатизма. Реально выбирайте место чуть-чуть от, ну сантиметров может быть 20. Раз, два, три. Ой, держи красавец. Тебя, давай. Я думал, все улетит.
Я к вам чуть побыстрее кидаю. Я понял, да. Все. Не страшно, да. Так, ты ему влево кидаешь. Да. Я первый. Ты можешь бы не острием кидать? А прикинь, специально острием. Ну вот попало, хорошо, что вот этим. Ага, кругляшом. Я первый кидаю. Давай. Раз, два, три. Прости, да, моя вина, мимо. Или тряпка, мне кажется, да, она сбила траекторию, бросай. Опять так же. Кто первый? Я. Раз, два, три. Еще раз, надо поймать, не бойся. То есть спокойно.